И затем из далекого будущего придет новый король, который спасет прошлое. Автор сценария Жан Шалапен. Король Артур и рыцари без страха и упрека. Ключ Даррена. Дай мне ключ, змей! Ха-ха-ха-ха! Возьми его, сэр Даррен! Нет! Похоже, этот кошмар только начинается. Сон может означать только одно. Моргана и змей нашли ключ истины. То есть ключ Даррена? Надо его вернуть. Если ты и каждый из рыцарей не найдете свои ключи, не видать больше этому царству спокойствия. Если этого не произойдет, мы не вернемся в свое время. Пустяки. Мерлину приснился мой ключ. Но у Моргана его нет. А вот Мерлин уверен, что это так, Даррен. И это удачное стечение обстоятельств. Если ключ у Морганы, то разве нам это на руку? Мы знаем, где он, Транк. Надо просто забрать ключ из ее замка. О, это сущий пустяк. Мы хотим вернуться домой, но не сможем, пока не соберем все ключи. Начнем с этого. Если ключ у наших врагов, надо его забрать. Да, но пробраться в замок Моргана будет сложнее, чем заставить соперника отдать мяч, Артур. Да, Тоун, в этом ты специалист. И без тебя нам не обойтись. Замечательно. Да, осуществилась моя мечта. Лучшее орудие для пыток. Ха! Это больше, чем просто орудие для пыток, змей. Из этого черепа будет течь жидкая руда особого состава. А внизу будет стоять пленник в кандалах. Руда покроет его, и он превратится в одного из моих каменных воинов. Осталось лишь захватить в плен одного из рыцарей, чтобы проверить его в деле. Когда все будет готово? Скоро, Эверет. Не терпится. Интересно, что это будет? Эй, Сквайр должен быть не только смелым, но и терпеливым. Ну, кажется, вот это подойдет. Ребята, надо вытащить все это на улицу. Ха-ха-ха!
Укрепим поперечину, чтобы никто не упал. Все-таки я не понимаю, что это. Принеси сукно. Сейчас. Беритесь за концы. Надо натянуть это сукно на каркас. Так, смотрите сюда. Все равно непонятно. Ха, ладно, Тайрон, раз уж тебе не терпится, покатаешься первым. Что? Пролезай в петлю и вставай. Так, теперь беги. Дельтаплан уже готов, Артур. Он разобран и сейчас хранится у Даррена. Так, пойду я, Транк, Даррен и Ланс. Король Артур и вы, рыцари, принесите клятву. Я король Артур. Мы, рыцари, без страха и упрека. Наша цель — справедливость. Мы защитим слабых и победим зло. С Лансом отвлечем воинов, и вы проскользнете мимо. А как вы их отвлечете? Это просто. Дракон щита, расправь крылья. Напрасно спросил. Слушай, поверни еще разок. Мы должны быть полностью готовы к появлению рыцарей. В атаку! Это Артур! Очистить от них небо! Отплатим им тем же! Эскалибур, дай мне силу! Смотри, они провели воинов. Надеюсь, они целы. Они справятся. Давай займемся своим делом. Воины, разойдись! Мой таран поможет победить этого дракона! Я разорву его на куски! Решил покататься, Лукан? Недолго катался. Транк и Даррен уже пробрались. Едем!
Хорошо, что Фил с нами не поехал. Он слишком тяжелый. Ты молодец. Теперь можешь возвращаться на щит и отдыхать. Так, парни, пора лететь. Эй, мы летим, летим! Тише ты, Транк, нас могут услышать враги. Луны нет, нас не видно. Мы приземлимся во дворе, и надо будет побыстрее спрятать планер. Ха-ха, наш Даррен всегда сумеет выпутаться. Надо сесть и помочь ему. Нет, Ланс, нельзя. Надо застать воинов врасплох. Так-так, посмотрим, что здесь. Королева Моргана будет очень рада твоему визиту. В тронный зал! Они ушли. Садимся. Так, расскажи, с кем ты пришел. И, кстати говоря, как ты сюда пробрался? Я здесь один, и я просто свалился с неба. А ты храбрый, когда противника держат двое. Отпустите рыцаря! Я его сейчас убью! Нет, наша охрана поставлена безобразно. Нужно выяснить, как он пробрался в замок. Сейчас я превращу его в своего воина, и он все расскажет. Не волнуйтесь, сэр Даррен. Уверяю, быть каменным не так уж плохо. Увести! Теперь у них и ключ Даррена, и сам Даррен. Ничего, Транк, мы вернем их обоих. Как его найти? Он может быть где угодно. Тише, Транк. Эскалибур, помоги мне. Вы найдете Даррена в темнице, но будь осторожен. Вас подстерегает много опасностей. Пойдемте в темницу. Как приятно, что один из рыцарей поможет нам справиться с Артуром. Глупцы! Он нужен живым, Хэмер! Ох, неужели все нужно делать самому? Молодец, Чернокрыл. Я ваш верный воин, королева Моргана. Теперь превратим его в воина и получим ответы на вопросы. Начать. Я знаю мой ключ у вас. Ключ, говоришь? Что ты знаешь о ключе? Что он у вас. Откуда тебе известно? Об этом знает лорд Змей и я. Мерлин, да. Он все знает и все видит. Но он не может сделать всего и помочь тебе бежать. Ну ладно, мы что-то заболтались. Пускайте руду! Воин Даррен. Звучит неплохо, согласен? Лорд Змей, вы что-то нашли в конюшне. Вы перестанете меня отвлекать! Какой-то летательный аппарат.
крепление на четверых, одно сломано. Так, ты прилетел с друзьями. С Артуром, правда? Змей, вы с Хэмером останетесь здесь, остальные обыщут замок. Найти их и привести. Сегодня нам придется потратить много руды. Начнем прямо сейчас. Скоро ты станешь воином. Будешь одним из нас. И ты непременно расскажешь нам все тайны Камелота. Артур, ты не то говоришь. Думаю, нам нужно идти налево. Я чувствую. Ладно, пошли. Надеюсь, ты прав. Эй, я чую Даррена. Давайте скорее. Ланс, стой! Вернись! Транк, догоним Ланса, пока он не натворил глупостей. Здесь ничего нет. Там тоже ничего нет. Глупо было вот так срываться с места. Помни, мы команда, а команда играет вместе. Ты прав, Артур. Но услышав звук, я... Ладно, пошли. Кажется, мы в беде. Транк, ты слева. Ланс, зайди сзади. Ладно, парень, сейчас ты превратишься в рыбу. Похоже, у нас посетители. Посмотрим, осталось ли от них что-нибудь. Пора тебе вызвать подкрепление. Пора, Транк! Одну проблему решили. Что делать с этим? Я знаю, что делать. Вперед! Ха, молодец, детка. Если ты не против, Ланс, я укажу путь. Темница где-то рядом. Найдем ее. В этом замке полно сюрпризов. Мне не дотянуться. Тогда придется перепрыгнуть на другую сторону. Надо торопиться. Как говорится, лучшая защита — нападение. Понял. Красиво! Теперь быстро, вытащите меня! Первое задание — помочь найти и поймать твоих друзей, чтобы они тоже стали воинами. Последним я не уверен, Моргана, но искать нас уже не нужно. Взять их! Эскалибур, дай мне силу! Сила моей магии уничтожит тебя. Это мы еще проверим.
Не хочу вас прерывать, но эта зараза уже рядом. Ланс, в сторону! Ключ! Ключ твой, Даррен. Возьми его. Давай! Нет! Я чувствую его силу! Надо вернуть его в Камелот. Сэр Транк, прошу, опустите подъемный мост. С радостью, Ваше Величество. Ты и твои рыцари достойны похвалы, Артур. Вы нашли один ключ истины и стали на шаг ближе к тому, чтобы вернуть мир королевству и вернуться домой. Один есть, еще 11. Режиссеры Стивен Мартиньер и Чарли Сансонетти.